день, уважаемые мои подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня посмотрим с вами серебро. Серебро родированное, 925 пробы, с бесцветными и цветными алпанитами от компании Журин. Очень красивое изделие, оригинально у этой фирмы, много всяких цветных камней. Еще больше можно найти на нашей виртуальной витринке. Есть у нас группа ВКонтакте, Инстаграм и группа в Одноклассниках. Я вам сейчас покажу подробно, какие у нас приехали комплектики. Первый комплект у нас идет с алпанитом под кварц волосатик, волосы Венеры. Вот такой. Очень интересная огранка, крупные камни. Артикул комплекта 134. Цена у него 2840 рублей. Вот такие здесь яркие алпаниты. Замочки английские. Достаточно хорошо занижены в лапках. Такие алпанитики высокие. Средний вес серег 5,77 грамма. Так, колечко здесь прям хорошо небольшое. На маленькие пальчики здесь 16 размер. Часто просят прям маленькие. Вот тут в этой фирме очень часто попадаются небольшие размерчики. Следующий комплект. Он идет с подвесочкой, с алпанитом под горный хрусталь и фианитами. Артикул S-489. Вот такой комплектик. Очень яркий, нежный. Цена у него 3800 рублей. Так, размер колечка. Смотрим. Колечко здесь 18 размер. Вот такое все высокое. Под старинное украшение сделано. Но на такой, на современный лад. Подвесочка. Подвесочка по типу бегунка, заниженной дужкой, алпанит подгорный хрусталь и фианиты. Средний вес 1,7 грамма. Так, и сережечки. Вот такие. Эта часть подвижна. Занижены замочки. Вот такая красота. Вес серег 4,27 грамма. Далее под алпанит под хризолит. Цвета хризолит. Комплектик артикул S-368. Плюсом здесь еще фианиты. Очень яркий, сочный комплектик. Цена у него 2000, размер кольца 18,5. Тоже очень хорошая яркая огранка, большие замочки, очень хорошо занижены. Вот такие вот сережечки у нас. И высокое колечко 18,5 идет размерчик. Так, под топазы. Артикул S-320, голубые алпаниты под топаз и фианиты прозрачные. Очень яркий наборчик, смотрите, какой оригинальный. Хорошая огранка здесь. Цена комплекта 2460, колечко в комплекте 16,5. Ну, серьги можно вот так. Да, кушком можно наоборот. Очень хорошо занижены замочки.
английские замочки. Так, средний вес серег 4,2 грамма на 2 серьги. Колечко, как уже сказала, 16,5. Следующий с крупным идет у нас цирконом комплект. Крупный циркон натуральный и фианиты. Шикарно здесь видно прям, как в цирконе радуга появляется, преломление света. Фианиты сейчас покажу, они вот здесь все мелкие лепесточки по бокам сделаны. Артикул S147-1. Кольцо в комплекте 18,5. Цена комплекта 6,180. Вот так, сережечки сбоку. Циркончик здесь со всех сторон, чтобы был прозрачный. А фианиты вот-вот выложены все, повторюсь, лепесточки тут вокруг. Замочки немножко занижены. Вес серег 11 грамм на 2 серьги. И колечко очень высокое. Тоже все очень хорошо играет, качество циркона тут отличное. Так, и такой же комплект с алпанитом цвета под Лондон Топаз. Артикул 147-2. Алпаниты, фианиты. Но по мне цвет больше все-таки под сапфир. Топаз он немножко, Лондон Топаз немножко другого оттенка. А здесь прям он такой глубокий синий под сапфирчики. Цена комплекта 3,950. Размер здесь 17,5. Вот здесь сейчас лучше будет видно на просвет, что больше все-таки под сапфир. Очень красивый синий. Королевский синий цвет. Высокое колечко. 3,950 за комплектик. Циркон натуральный, поэтому он подороже. Далее, полихромные турмалины, которых у компании Журин очень-очень много разных. Здесь у нас артикул 712-1. Полихромный турмалин. Здесь под арбузный он. Из зеленого в красный, коричневый. Вот такие вот оттеночки. Под арбузный турмалин. Цена комплекта 2,680. Так, кольца в комплекте 17,5. Есть 18 и 19. Очень хорошо занижены замочки на любую мочку. Здесь без фианитов. Колечки, повторюсь, пока есть три размера на выбор. 17,5, 18 и 19. Так, и этот же комплект 712-2 с полихромным турмалином под аметрин. Ну, здесь видно, желто-сиреневый, очень хорошего качества, опять же. Цена у него 2,680, размерчик здесь 18. Вот такая красотища. Смотрите, какие яркие камни. Шикарно. Кто любит аметрины, почти то же самое, только гораздо дешевле. Так, далее. Далее комплектик у нас идет артикул 138. Здесь идет ювелирные кристаллы. Просто прозрачные под хрусталь. Крупные. Сейчас никак не сфокусируюсь. Вот. Цена комплекта 3,490. Размер кольца здесь 18,5.
крупный подгорный хрусталик. Вот такие высокие серьги. Английский замочек у петелька. Большие крупные лапки крапаны. Камушек очень хорошо держит. И сами камушки очень яркие. Многогранная огранка здесь интересная. Так, вес серег 6,78 на 2 серьги. И вот такое крупное колечко. Далее классические дорожки. Это у нас артикул 595. Вот такой комплект интересный. Несколько дорожек соединяются. Вставочки здесь цирконы. Очень хороший комплектик. Цена 2880. Кольцо в комплекте 18 размер. Циркончики. Разные огранки. Здесь овалы, маркизы. Все подряд. Замочки чуточку занижены. Будут серьги напоминать полуколечки. Средний вес 4,39 грамм на 2 серьги. И вот такой вот колечко-дорожка. Размерчик 18. Следующий комплект с алпанитом. Прозрачным подгорный хрусталь. Артикул комплекта 673. Цена комплекта 2050 рублей. Размерчик здесь 18. Тоже достаточно такая классика. Алпанит, фианиты. Небольшие сережки. Кто не любит крупные. Очень хорошего качества алпанит и подгорный хрусталик. И вот такое колечко. Следующий. Это у нас комплект 714-1. Алпаниты, подгорный хрусталь и фианиты. Совсем такой классика. Хорошая полировка, радирование здесь отличное везде. Смотрите, как все блестит. Цена комплекта 2300. Размерчик 18,5. Что хорошо, здесь очень хорошее занижение. И серьги подойдут на любую мочку. Вот такая красота. Так, колечко сказала 18,5. Так, этот же комплектик в зеленом цвете. Артикул 714-2. Алпанит под изумруд. И фианиты. Очень красивая зелень. Цена та же 2300. Колечко здесь 18,5 тоже. Замочки, опять же, очень хорошие замки на любую мочку. Так, и колечко. И под сапфир этот же набор 714-3. Цена та же 2300. Кольцо здесь 18. Поменьше колечко. Все доступно, повторюсь, для заказа на нашей виртуальной витрине. Ссылочки, если вы видео пропустили, они все внизу под видео. Также принимаем заказы Viber, WhatsApp. Есть у нас группа ВКонтакте. Можно заглянуть в Инстаграм и группа в Одноклассниках. Я надеюсь, вам сегодня все понравилось. Всем хорошего дня. Пока-пока.